мы проводим эксперимент с чаем лимонной и содой. Для этого эксперимента нам понадобится лимон и сода, и чай в трех чашках. В одном... Для чистоты эксперимента все исходные условия должны быть одинаковыми. В первую чашку мы добавляем лимон. Во вторую добавляем соду. Третья остается для сравнения. Мы смотрим. Чай, в котором у нас лимон, он заметно осветлился по сравнению с исходным чаем. А чай, в котором сода, наоборот, потемнел. Мы знаем, что когда мы добавляем лимон в чай, повышается его кислотность. И сейчас мы проверим, какие еще продукты повышают кислотность чая. Мы будем использовать уксус яблочный и соляную кислоту. С этими продуктами нужно заниматься только в перчатках и в присутствии взрослых. В первый стакан добавляем капельку немного уксуса. В другой стакан добавляем соляную кислоту. И смотрим. Наши чаи осветлились по сравнению с исходным чаем. И они примерно осветлились примерно так же, как и лимон. Даже немного, они стали немного светлее. И мы делаем вывод, что при добавлении уксуса и соляной кислоты в чай повышается его кислотность, и чай осветляется.